Très bien. Happy New Year! Привет, ребята, ребятушки, здравствуйте. Сейчас по плану мы, значит, едем встречать Новый год в Брюссель. Да-да, в Брюссель. Поначалу была идея, ну, поехать в Брюссель, там с ночевкой, там будут фейерверки, ля-тра-ля-ля. Но сегодня утром мы узнали, что фейерверки отменили. Да, это в связи с тем, что, ну, террористическая угроза, там террористы, ля-тра-ля-ля, короче. Вот, ну ладно, что поделать. Ну мы все равно едем в Брюссель. Вот. Там водочки закатим. Полечимся, так сказать. И будем выпивать. Вот, пойдем по Брюсселю ночному гулять. Вот. Ну посмотрим, как там. Я на самом деле никогда не был на Новый год в Брюсселе. Вот посмотрим, как там будет. Вот. Ну, если вы будете продолжать смотреть это видео, то тоже узнаете, как он, каков он. Новый год в Брюсселе. Брюссель без фейерверков. Да. Надо было в деревню какую-нибудь ближайшую ехать. Там, наверное... Вообще, ну, в Бельгии, вот, ну, не знаю, вообще везде, но в Брюсселе, в частности, ну, петарды вот это запрещены. Вот. Даже бенгальские огни запрещены. Так что вот так вот, люди. Такие вот делишки. Привет, ребята. Вот мы и добрались до Брюсселя. Заехали в свой номер в отеле. Вот, отель находится в европейском квартале. Сейчас мы немножко, так сказать, выпьем, так сказать, и пойдем гулять. Пойдем в центр Брюсселя. Вот тут со мной рядышком сидит Оля. А выпиваем мы что? Выпиваем мы Абсолют. Вот. Ну, пока только там по две стопашки выпили. Потом сейчас немножко выпьем и пойдем в центр Брюсселя. Отсюда минут 20, наверное, идти, так, 30. Ну, там включимся по дороге где-нибудь. Поехали дальше. Ребята, привет. Короче, в Бельгии 20 минут до Нового года. Что я могу сказать? Мы сейчас, короче, выпили полбутылки водки. Да. Идем. Идем сейчас в центр, короче, центр Брюсселя. В центр Брюсселя идем, чтобы отпраздновать Новый год. Абсолютно не намечается. Однако, надеюсь, что там будут люди. Хотя по радио сказать, что желательно избегать мест скопления людей. Вот. Ну ничего, мы идем, короче. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего в новом 2016 году. Чтобы все ваши мечты были исполнены, все ваши цели были достигнуты в новом году. Но при этом новые цели были поставлены. Так что давайте, ребята, не ленитесь, вперед, вперед и еще раз вперед. Вот так вот. А мы тоже идем вперед. Мы идем в самый центр. Кстати, ребята, у нас есть еще ВКонтакте группа, называется Иго ТВ «Жизнь в Бельгии». Подписывайтесь, чтобы знать нашу жизнь в Бельгии, как, что, зачем, да почему. Задавайте вопросы, будьте активны. Оль, пошли сюда. Оль, пошли. Мы, короче, не успеваем дойти до главной площади, короче, до самого центра. Поэтому мы решили открыть бутылку шампанского. Вот около дворца королевского, Гранд Плас. Осталось буквально реально 4-5 минут, короче. Открываем, выпиваем шампанское и идем в центр. Все нормально, ребят, все по плану. Мы тут не одни такие, вон еще есть дебилы.
два дебила, это сила, как говорится, ребята, все нормально. Смотрите, какая елочка. Елочка. Все классно, смотрите, машина вообще. Вообще зиру, короче, ребята, реально. Happy New Year. Yeah. Окей, с ребятами. Давай, Оль, сюда, иди сюда. Давай, Оль, доставай. Оль, сейчас давай, доставай. Шампань. Сколько у нас осталось? Ребята, осталось 3-2 минуты. Все, все нормально. Стакашка. Стакашка есть. Шампанское есть. Новый год подходит. Все нормально. Оля, мы не успеем. Слушай, где тут открывается? I don't know. Ёлку надо было подготовить. Главное, чтобы полиция не замела то, что мы тут это мусорим. 0-0-0-0, все! С Новым годом! Ребята, с Новым годом! С Новым годом! Все нормально, Оля. Шампанье! Все нормально, нормально, салютика, там все нормально. Давай, давай, бегу. Шампанского выпьем, все как положено. С Новым годом! С Новым! С Новым 2016 годом, чтобы у вас все было вообще классно, замечательно. Везде фейерверки, мы, короче, шампанское пьем. На бутылке. Это, короче, Оля. Еще Happy New Year! Happy New Year! Глюки-глю New Year! Ребята! Ребята! Happy New Year! Глюки-глю New Year! Ребята, мы сегодня еще на Grand Place! Happy New Year! Happy New Year! Русские везде, короче, нормально! Надо всем сказать Happy New Year, конечно, ребята! Sometime till the dream ends. I think you know, I think you know where to find me. We'll find some place that we don't know. Да, конечно, нету этих фейерверков. Because you know, because you know where to find me. 5 минут уже, 5 минут Нового года. Мы идем в центр. Центр быстрее, Grand Place. Ребята, мы продолжили путь. В новом году. В каком году, Оль? 2016. И мы идем на Grand Place, на центральную площадь. Ребята, вот смотрите, время. Скажу, вот 20 минут, короче, нового года. Менты стоят, короче, мусора. Ребята, ребята, реально мусоров дофига. Главное, чтобы Оля чувствовала себя в безопасности. Мы идем дальше, ребята. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys! Ребята, короче, военные идут. А, окей. Он тротуар себе пле. Менты нам, короче, сказали, чтобы по тротуару шли. Так, нам пойти на Grand Place туда. Да. Ребята, короче, мы сходили в туалет, и мы сейчас чувствуем себя свободненько. Реально, все нормально, все круто. Я сегодня ушел с работы пораньше, чтобы немножко поспать перед Новым годом. У нас есть еще немножко шампанского. Нас не пустили менты на самый центр, Grand Place. Они обыскивали, сказали, нельзя шампанским проходить, так что... Начался дождь тоже. Мы сейчас немножко над навесом, так сказать, ждем, пока кончится дождь, и пойдем дальше, ребята. Ребята, мы сейчас у писающего мальчика, смотрите, смотрите. Реально, народу вообще ни хрена нету, почти что. Народу ни хрена нету, а он писает. А он сыт все, смотрите, ребята, вот для вас. Для вас, ребята. Бонани. Бонани. Бонани, ви. Еще ни разу я вот не видел столько, что вообще ноль людей было около писающего мальчика.
Ребята, короче, Бона не Happy New Year. Смотрите, мы короче, добрались. Бона не Happy New Year. Вы. Бона не Happy New Year. Бона не. Вы. Ком. О, вы. Бона не. Вы. Тхэмми. Бона не. Короче, ребята, все счастливы, мы все желаем друг другу Нового года. Мы в самом центре присели на Grand Place. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Where are you from? High five! Russian! Russia, Russia! Russia! Russia, we! We are French! French! Oh, mon ami! Mon ami! Happy New Year! Très bon, oui! Оля делится... Happy New Year! Bon année! Оля, короче, делает интернациональных друзей. Прикольно вообще все. Ребята, я, короче, занесем большому коллегу. Поздравить с Новым годом. Алло, привет. Привет, с Новым годом, привет, чувак. Привет, привет. Ты что делаешь, Вениамин? Ты какой тур, блин? Вениамин, ты что? Мы там в центре танцуем, тут вообще со всеми. Давай, присоединяйся к нам. Ты когда придешь в центр? Август, да. Хорошо, я тебя, да, поздравлю с новым 2016 годом. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы ты достиг всех своих целей. Ладно, Вениамин, давай, тебе всего хорошего еще раз. Давай, до встречи. Все, договорились, давай. Все, еще раз с Новым годом. Все хорошее. А мы на Grand Place. Все, пока. С Новым годом! Все, с Новым годом, Вениамин. Hello. We are you from? From France. 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 Russia. Iraq. 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 Мы с Ираком, мы тут нахрен со всеми познакомились, реально. Окей, менты, короче, горят нам тоже. Пожелали нам хорошего Нового года. Ребята, только что произошла авария. Хэбэт хэзин. Ребята. Ребята, короче. Чувак, видимо, бухой реально. Так врезался. Бухой реально видел. Какой? За ним подрезал? Ну реально видел, как врезался. Пошли, так вот быстрее будет. Ребята. Подходим опять к нашему отелю. Отель Ин. Ну чё, Новый год наш закончился. Мы пьяные вообще. Всем сказали Happy New Year. Короче, пожелали хорошего Нового года. Значит, пойдем спать уже. А чё ещё делать? Новый год, короче, встретить замечательно. Я всем рад, всем доволен. Вам еще раз счастливого Нового года, всего хорошего. И давайте, Happy New Year, Bon Anni. Давайте, ребята, подписывайтесь. Все. Чао. Пока.